Департамент экономического развития, инвестиций и торговли предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства гранты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Прием документов продлен до 30 ноября. Подробности по телефону 333 58 47. Коронавирус поставил на паузу не только жизнь отдельных людей, но и целой компании и предприятия. Бизнес сейчас переживает непростые времена, даже есть такой соответствующий диагноз – коронакризис. Для некоторых отраслей он может оказаться роковым. Вот таких особо пострадавших на уровне российского правительства выделили 14. Среди них туризм, гостиничный бизнес, рестораны, сфера бытового обслуживания. Какие меры поддержки для предпринимателей будут осуществляться в 2022 году? Как выстраивается диалог между предпринимательским сообществом и администрации города? На какую финансовую помощь могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса? Здравствуйте, это программа «Малый бизнес. Большие успехи». Я представляю гостей в студии: Марина Николаевна Щекина, заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара, и Андрей Сергеевич Иванов, предприниматель. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый вечер. И, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, телефоны в студии. Мы ждем ваших вопросов. Звоните к нам, пожалуйста, и задавайте, соответственно, свои. Ну, а я начну с вопросов своих. Скажите, пожалуйста, Марина Николаевна, к вам, наверное, у меня будет первый вопрос. Вот как сложившаяся эпидемиологическая обстановка повлияла на развитие малого и среднего бизнеса в нашем городе Самара? Ну, прежде всего, хочется сказать, что пандемия нанесла сильный удар всем отраслям экономики, не выбирая города и регионы. Предприниматели Самары пострадали не в меньшей степени, чем в других регионах. Некоторые даже оказались на грани закрытия. Чтобы поддержать предпринимателей в такое трудное время, мы разрабатываем комплекс мер поддержки. И сейчас оказываем ее. К нам обращаются. Мы, конечно, об этих мерах поговорим более подробно. Да, Андрей, вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, о своем бизнесе. С чего все начиналось, во-первых? Ну и, конечно, что на сегодня себя представляет ваше предприятие? Ну, наше предприятие – это сеть «Кофейн Корж». Это предприятие общественного питания. Собственно, та отрасль, которая и пострадала в этот коронакризис. Такую, да. Да, но начинали мы задолго до этого, это в 2017 году, как маленькое совсем предприятие, микро, да, даже. Вот, это была одна маленькая кофейня, вот, и с тех пор трансформировались уже в такую сеть кофеин. Сейчас это 5 самостоятельных предприятий, вот. Ну, в целом вот такой вот путь, наверное, если коротко, да, за 4,5 года мы прошли. А почему выбрали именно эту нишу? Ну, так сложно сказать, но, наверное, по прошествии вот этого периода, можно так проанализировать, и, наверное, всегда такая была потребность сделать что-то именно в сфере услуг, для людей что-то. До этого у меня просто был опыт в сфере B2B, да, то есть это когда мы работали для предприятий. То есть вот такой опыт был. И вот здесь хотелось сделать что-то, какой-то такой продукт, которым бы пользовалось большое количество людей. Просто не предприятие, именно вот уже конечный потребитель. Вот. Ну, собственно, наверное, это двигало. И продолжает. И продолжает, да, и собственно, дальше, продолжает, да? Двигать, да. Марина Николаевна, давайте поговорим о мерах поддержки, которые разработаны в нашем городе. И, конечно, какие меры были реализованы в 2021 году? На территории городского округа Самара уже давно действует муниципальная программа по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Самары. В рамках этой программы оказываются разные виды поддержки. Это финансовая, консультационная, информационная и продвижение бизнеса. Виды поддержки повторяются ежегодно, но каждый год поддержка эта переформатируется под условия, в которые находится сейчас именно бизнес. Как адаптировались к условиям сегодняшним вот в такое непростое время? Никто не ожидал, что будет вот снова волна, и поэтому мы продлили срок предоставления грантов, которые уже у нас предоставляются с августа до 30 ноября. То есть сначала мы планировали, что этот срок будет до 1 ноября, но внезапно возникли ограничительные мероприятия, закрыли бизнес, и мы приняли решение, что наша финансовая поддержка будет существенным подспорьем для бизнеса. Да, конечно. Сейчас именно. Да, то есть обращаются и продолжают обращаться в департамент как раз вот за этой поддержкой. Скажите, пожалуйста, кто может рассчитывать на помощь вот именно сегодня и сейчас? Рассчитывать на данный вид поддержки могут все субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории городского округа Самара и включены в соответствующий реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В порядке предоставления данного вида гранта прописаны все условия и критерии, которым должен соответствовать либо кредитный договор, да, потому что мы возмещаем проценты по кредитам, привлеченных в российских кредитных организациях. Вот. И требования также к кредитному договору, чтобы он был заключен не ранее 1 января 2019 года. Спасибо большое. А я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы к моим сегодняшним гостям, мы их ждем. 202 11 22. По этим телефонам можно будет позвонить и задать свои вопросы. Андрей, скажите, пожалуйста, вот какие все-таки коррективы внесла в вашу работу пандемия? Действительно ли сложно вам было работать в эти 2 года? И как вы справились с этими трудностями? Ну и сейчас, конечно, по всей стране ограничения. Как вы работаете? Ну, на самом деле, да, это такой непростой период. Начиная с прошлого года, с весны прошлого года, когда был такой локдаун массированный, начиная с конца марта и по начало июля. Вот, ну, очень тяжело, на самом деле, да, тут как бы помогли тоже меры поддержки федеральные, но существенно мы как бы столкнулись с новой реальностью, когда и в момент пандемии, и после пандемии у нас появились новые затраты, это затраты на средства индивидуальной защиты, это порядка, ну, это очень большие затраты в месяц. Ну, вот по нашим предприятиям, если смотреть, это добавилось затрат просто там до 70 тысяч рублей просто в месяц вот на перчатки, маски. Для вас это существенные расходы? Да, конечно, да, это существенные расходы. Вот, поэтому вот такие коррективы внесла пандемия. В этом году тоже мы столкнулись, вот вторая волна, пришла ограничение, во-первых, тоже был локдаун, вот, который длился 2 недели. Сейчас мы работаем по QR-кодам. Вот, соответственно, здесь тоже, ну, к сожалению, не у всех еще есть такая возможность. Даже бывают такие ситуации, когда, ну, например, вот далеко не буду забегать сегодня. Вот я был свидетелем в кофейне ситуации, когда пришли посидеть 2 женщины. У одной был QR-код, а у второй не было QR-кода. И в итоге мы, как бизнес, получили то, что обе женщины ушли. Вот. И получается, вот момент привыкания еще, да, и ну, вот на текущий момент мы столкнулись с падением товарооборота на 40%. Вот. То есть, ну, тяжело. Но, тем не менее, работать продолжаете. Но, тем не менее, конечно, да, мы продолжаем работать, вот, и, ну, сдаваться точно не намерена. Да. У нас есть звонок от телезрителей. Я предлагаю его принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Программа «Малый бизнес. Большие успехи». Слушаем вас очень внимательно. Алло. Здравствуйте. 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 У меня вот какой вопрос. Мы с мужем давно рассматриваем возможность создать собственный бизнес. И уже много лет спорим, никак не можем прийти к консенсусу. Он считает, что бизнес нужно открывать в том направлении, которое тебе интересно. Вот. Ну, в частности, вот ему нравится выращивать растения, там, суккуленты всякие. А я, ну, наверное, как женщина со своим рациональным мозгом, считаю, что нужно выбирать ту нишу, которая будет востребована и принесет больший доход. Как считаете вы, все-таки на чем основывать лучший бизнес? На том, что тебе интересно, или на то, что принесет тебе больший доход? Спасибо вам огромное. Вопрос очень интересный. Марина Николаевна, ответьте. Безусловно, дело должно быть любимым. Прежде всего, а уже потом рассматриваются другие аспекты. Если ты занимаешься нелюбимым делом, то, наверное, нет такого интереса, и прибыль тоже зависит от этого. Андрей, вы как предприниматель, что можете подсказать? Да, я могу добавить, здесь я согласен, да, то есть абсолютно невозможно будет в долгую заниматься, на длинной дистанции заниматься нелюбимым делом, потому что, ну, не хватит никаких сил, но в то же время, да, здесь нужен баланс. В каком плане? В плане того, что нужно, прежде чем заняться и инвестировать, да, ну, как бы вложить деньги в этот бизнес, нужно посмотреть реально рынок. Есть ли спрос на тот продукт, который вы собираетесь производить? Это, ну, есть масса инструментов, которыми можно этот спрос проверить, посмотреть, какие есть компании на рынке, которые ну, занимаются подобным. Конкуренты, да? Конкуренты, да? Да. Если конкуренты есть, если есть компании, соответственно, есть рынок. А если есть рынок, значит, давая продукт лучшего качества, вы однозначно будете иметь успех. Вот. Это вот, ну, должен быть баланс. Спасибо большое. Продолжаем нашу программу. Марина Николаевна, в нашем городе работает Самарский бизнес-инкубатор, и как раз вот он призван всестороннюю поддержку оказать малому и среднему бизнесу. Вот расскажите, пожалуйста, какие основные программы были реализованы бизнес-инкубатором, как он сейчас помогает предпринимателям? Вместе с бизнес-инкубатором, Самарским бизнес-инкубатором, мы работаем, естественно, в интересах предпринимателей. С учетом сложившейся обстановки Самарский бизнес-инкубатор перевел ряд мероприятий в онлайн-формат. Это тренинги, обучение, круглые столы. Однако в бизнес-инкубаторе в Самарском есть окна, в которые может обратиться лично предприниматель и получить ответ на любой вопрос без суеты, в хорошей, приятной обстановке, без очередей. Хорошо, спасибо большое. Андрей, скажите, приходилось ли вам обращаться за помощью, вот, может быть, в бизнес-инкубатор или в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара? Да, конечно, да, вот буквально вот по горячим следам мы вот являемся получателем этого гранта, да, о котором говорилось, на возмещение затрат по уплаченным процентам, по кредитам. Вот, и здесь я хотел бы, на самом деле, поблагодарить департамент за подобного рода инициативы и за, ну, правда, за человеческое отношение, за участие в жизни предпринимателей, потому что, ну, как бы, я говорю, как активный предприниматель, и зачастую ты слышишь, ну, мнение, ну, как мнение коллег о том, что да ладно, зачем все это делать, это все впустую. Вот, да, у нас, мы подавали документы, у нас были какие-то ошибки, но сотрудники нам помогли, помогали, как бы, ну, как бы обратили на это внимание, то есть не отнеслись формально, да, а как бы подошли с участием, и мы как бы все исправили, переделали заявку, подали и как бы получили все. Поэтому здесь я, как бы, на самом деле, только благодарственные слова. Вот. То есть вы олицетворяете реальный пример, да, оказания помощи и поддержки. А вот давайте по срокам поговорим, когда вы обратились и через сколько месяцев, недель, может быть, дней вы получили эту поддержку. То есть насколько быстрая и оперативная работа в данном случае департамента? Ну, в течение месяца все буквально случилось. То есть мы, ну, по датам я точно не помню, сегодня у нас конец ноября, но мы подавали наверное, до ограничений, вот, до периода нерабочих дней, прям буквально там за неделю, наверное. Вот у нас были, ну, недоработки по нашей заявке туда, то есть там, мы там с банком общались, чтобы они нам кое-какие бумаги предоставили, справки, да, дополнительные. Вот там тоже это время заняло, но, то есть, как бы, все быстро отрабатывалось, и, ну, вот, получается, там чуть больше месяца. И вы вот получили? Да. Марина Николаевна, напомните, до какого времени, до какого числа этого года можно еще успеть подать заявку и воспользоваться теми мерами поддержки, которые вы оказываете? Что касается финансовой поддержки, предоставления грантов, этим можно воспользоваться до 30 ноября. Осталось совсем немножко времени, но все же, если кто-то не успел в этом году, мы планируем данный вид поддержки в следующем году, потому что постановление у нас будет действовать и в следующем году. Также мы рассматриваем в данный момент расширение целей предоставления грантов. Сейчас мы изучаем потребности предпринимателей, проводим беседы, собираем всю информацию, будем обрабатывать и дополнять порядок, но не признавать утратившим силу. Поэтому предприниматели в следующем году смогут обратиться и получить данный грант. Ну, а, конечно, вся актуальная информация имеется на сайте администрации, можно обратиться. И, конечно, консультанты, они проконсультируют и скажут, оказывается ли вот именно данному виду бизнеса эта поддержка. Мы даже готовы, мы и помогаем, когда к нам обращаются предприниматели, поступают звонки, мы подробно рассказываем, как подготовить пакет документов. Мы приглашаем в департамент, беседуем с ними, смотрим предварительно, какие замечания имеются, перед тем, как они уже окончательно предоставят нам пакет документов. Поэтому, ну, обращаются достаточно много. Спасибо большое. Какие еще меры поддержки сегодня существуют в Самаре, мы узнаем в нашем следующем сюжете. Уже не первый год в Самаре действует муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего предпринимательства. Самарским предпринимателям оказывается образовательная, финансовая и консультационная поддержка. Однако сейчас она из-за эпидемиологической ситуации осуществляется в дистанционном формате. Предпринимателям ответят по телефонам горячей линии, а также проведут семинары и тренинги в онлайн-формате. Самарский бизнес-инкубатор перевел все свои взаимоотношения, презентации и конференции в онлайн-формат. Самарская платформа развития бизнеса, которая у нас будет проходить 8-9 декабря в этом году, также будет проходить в онлайн-формате. Чтобы поддержать небольшие компании в непростой период, для субъектов малого и среднего предпринимательства продлили срок приема заявок на предоставление грантов на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Подать такую заявку можно до 30 ноября. Получить грант можно на сумму до 300 000 рублей, если компания зарегистрирована в Самаре, не находится в реестре недобросовестных поставщиков и имеет действующий кредит на сумму более 500 000 рублей. То есть продлили сроки для того, чтобы поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые могут получить в результате до 300 000 рублей. Предпринимателям как раз выплачивается сумма по уплате, которую они понесли по уплате процентов по кредитам. Либо это оборотные средства, либо это основные средства. Кроме того, рассматривается вопрос об освобождении от уплаты земельного налога за четвертый квартал 2021 года субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Мы продолжаем прямой эфир программы «Малый бизнес. Большие успехи». Уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам по телефону в студии 202-11-22 и задавайте вопросы моим сегодняшним гостям. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, а сколько грантов получили предприятия малого и среднего бизнеса? И вот какие еще способы сегодня есть помочь предпринимателям в это непростое время? О финансовой поддержке мы поговорили. Какие еще способы есть? И они ведь тоже, кстати, немаловажны, чем деньги, верно? Естественно. На сегодняшний день получили гранты уже около 30 предпринимателей городского округа Самара. Но, несмотря на то, что 30 ноября заканчивается прием заявок, мы будем проверять поступившие заявки, то есть будет заседание комиссии и рассматривать поступившие заявки до 10 декабря. То есть и заявок достаточно много. Поэтому количество увеличится. Кроме финансовой поддержки, у нас еще есть информационная поддержка. Как раз сейчас мы готовим Самарскую платформу развития бизнеса, которая у нас будет проходить. Это ежегодное мероприятие информационное. 9 и 8 и 9 декабря. В этом форуме будут принимать участие известные российские спикеры. Такие фамилии, как Ман, предприниматели слышали и не один раз. Очень интересно. То есть городской округ Самара будет бесплатно консультировать, да, и предприниматели могут подключиться и послушать этих спикеров в онлайн-формате. Продолжим обязательно эту тему, но давайте примем звонок от телезрителей. Мы вас очень внимательно слушаем. Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот как вы считаете, лучше принимать на работу людей с улицы, ну так сказать, или отдать предпочтение знакомым или родственникам? Спасибо большое. Вот тоже очень актуальный вопрос. Андрей, ответьте, пожалуйста, да, и скажите, вот по вашему личному опыту, у вас сотрудники родственники или все-таки вы набирали команду со стороны? Ну, я имел опыт работы, ну, и с сотрудниками, и с улицы, да, и да. С родственниками. Но по моему мнению и опыту, да, то если вы можете безболезненно уволить, да, или расстаться в плане трудовых и рабочих отношений с родственником, не испортив личные, то вы, тогда можно работать с родственниками. Если вы в этом не уверены, то есть вы сейчас не можете сказать, что можете или не можете, но не уверены, тогда лучше не начинать, потому что это очень серьезное испытание на самом деле, и, ну, лучше не рисковать. Вот я через это прошел и понимаю, наверное, что лучше нанимать людей со стороны. Ну да, и бизнесмены многие говорят о том, что вести бизнес с родственниками и друзьями лучше не стоит. Марина Николаевна, вы как считаете? Говорят, хочешь с родственниками быть в хороших отношениях, не заводи с ним личных дел. Угу. Да. Хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, результат работы успешного предприятия – это все-таки активный труд лично руководителя или команды, или это все-таки должен быть тандем? Ну, наверное, да, последнее – это тандем, потому что в любом бизнесе, в любом предприятии самый основной актив – это люди. Да? Это не какие-то там товарно-материальные ценности, не оборудование, не… ну, ничто остальное, да, то есть это люди, потому что люди создают продукт, люди делают сервис, люди — это основа любого бизнеса, и руководитель, да, соответственно, тут здесь должен быть такой тандем, который, ну, который осуществляет взаимообмен энергии, вот этой вот, который двигает бизнес. Поэтому это однозначно верное утверждение, я считаю, и только так можно делать, ну, серьезный бизнес какой-то. А вы свой бизнес совершенствуете? Я имею в виду, проходите ли вы личное обучение, обучение своих сотрудников? Я почему это спрашиваю? Потому что в городе, конечно, у вас очень сильная конкуренция. Кофеин сейчас очень много, очень разные направленности. Даже существуют в нашем городе такие гастрономические туры по кофейням. Вот скажите, пожалуйста, насколько вы на сегодня конкурентоспособны? Ну, мне это сложно оценивать. Я считаю, что конкурентоспособны, раз мы еще до сих пор на этом рынке работаем, вот, и открываем кофейни. Вот, но в целом это всегда оценка наших гостей, и, ну, на самом деле мы благодарны за то, что они поддерживают нас и в столь такие сложные времена, и как бы в спокойные времена. То есть мы это видим, мы это ценим. Вот, и я считаю, что конкурентоспособны. Да, и поэтому мы работаем, да, работаем, просто я вернусь к первой части вопроса, мы работаем с командой в плане обучения, и это те затраты, которые нужно постоянно нести, то есть, потому что, ну, приходят какие-то новые методики, новые технологии там, в приготовлении, в сервис и так далее, и мы должны это все учитывать, все отлавливать, совершенствовать. Вот, поэтому постоянный этот процесс, он постоянный. Да, то есть, как минимум, чтобы оставаться на месте, нужно идти и идти вперед. Да, 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 конечно. У нас даже есть целый, мы сейчас вот с открытием 5-й кофейни, мы построили такой небольшой тренинг-центр, где мы вывели специальное место для обучения бариста, для и теоретической части, и для практической части оборудовали для того, чтобы качество обучения было выше, потому что до этого обучались все в кофейнях, и зачастую это очень сложно сделать, потому что, ну, есть рабочий процесс, есть процесс обучения, и очень сложно совместить. Поэтому вот в этом направлении, в плане обучения, инвестиций тоже мы делаем, потому что, ну, это будущее. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, вот немножечко статистики. Давайте обратимся к цифрам. Сколько предприятий сегодня малого и среднего бизнеса зарегистрировано на территории городского округа Самары? Я прошу прощения, у нас есть звонок. Мы работаем в прямом эфире. Давайте его примем и продолжим наше общение. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос родился. Вот я хочу открыть кофейню. Даже не одну, наверное, а две. Вот да. Может мне департамент помочь территориально подсказать, где лучше расположить, где такой бизнес представлен менее всего? Потому что конкуренция большая в этом сегменте. и могут ли вообще помочь рассчитать, прибыльно будет, неприбыльно, вот на их взгляд. Спасибо вам большое, какие у нас внимательные телезрители, активные. Да, как раз Самарский бизнес-инкубатор помогает людям начать работу по открытию бизнеса. То есть Самарский бизнес-инкубатор, когда обращается предприниматель, либо физическое лицо с пожеланием открыть свое дело, помогает разработать бизнес-план. И подсказывает, как раз вот отвечая на вопросы, которые интересуют человека. То есть и по локации, и по конкурентности. Да, да. И возвращаясь к ранее заданному мной вопросу по поводу предприятий, сколько зарегистрировано на территории городского округа Самары. И несмотря вот на такие непростые годы, все-таки эта цифра имеет какую-то стабильность, стагнацию? Если брать цифру на 1 января 2021 года и сравнивать ее с цифрой на 1 января 2020 года, разница в субъектах малого и среднего предпринимательства значительная. На 1 января 2020 года было количество субъектов на территории городского округа зарегистрированных 65 тысяч, но на 1 января 2021 года зарегистрировано 62 тысячи. Но с 1 января 2021 года введен новый доход. Новый налог на профессиональный доход. И часть предпринимателей перешли на данный вид налога. И в целом по городскому округу Самара самозанятых зарегистрировано на 1 января 2021 года 16 тысяч. То есть получается, если в процентном соотношении по субъектам малого и среднего предпринимательства меньше стало на 9%, но если брать в учет самозанятых, то на 16% больше. Спасибо большое. Андрей, вот мы с вами говорили о бизнес-рисках, и вот в том числе пандемии, да, согласитесь, это ведь тоже был некий риск. Скажите, вот когда это все начиналось, ну и сейчас, в принципе, ну вот по-человечески спрошу вас, было страшно, что вот остаться без финансовой поддержки, работают люди, сотрудники, у всех есть семьи. Вот как вы вышли из такой непростой ситуации и еще, как вы сказали, открыли 5 филиалов? Ну, мы открыли 3. 3. Вот, да, до всего 5. 5. Да, всего 5. Я, наверное, начну с начала вопроса. То есть второй локдаун – это уже риск. Да, первый локдаун — это был так называемый черный лебедь, когда никто не мог предположить, что возьмут и закроют вообще всю экономику, все встанет. Поэтому это невозможно было предвидеть, невозможно было просчитать. Но после того, как мы, я думаю, другие предприниматели получили этот опыт, да, то такие риски стали закладываться. То есть это стало уже реально риском. И этот риск мы стали закладывать и в договора аренды. Вот. Мы стали... пополнять резервы наши, какие-то резервировать денежные средства на случай таких ситуаций, да. То есть с поставщиками, опять-таки, тоже мы пересмотрели наши договора в сторону увеличения отсрочки по платежам. Поэтому второй локдаун — это уже был такой проще, так скажем, да. Ну что же, буквально прям заключительное слово вам, Марина Николаевна. Пожалуйста, стоит ли открывать бизнес в Самаре? Это дело индивидуальное каждого. Вообще у нас в Самаре очень смелые, предприимчивые люди, которые не боятся рисковать и открывать новое дело, либо развивать свое. Спасибо вам большое, уважаемые гости, за очень интересную и содержательную беседу. Я хочу сказать спасибо всем нашим уважаемым телезрителям. Спасибо за звонки, которые поступили к нам в студию. Но я думаю, что мои эксперты сегодня дали очень исчерпывающую и полезную информацию. Вы смотрели программу «Малый бизнес. Большие успехи». Всего хорошего вашему бизнесу. До свидания. До свидания. До свидания. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства гранты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Прием документов продлен до 30 ноября. Подробности по телефону 333 58 47.